Испанские футбольные гранды подарили болельщикам бессонную ночь. Знаменитая классика. Вот только поклонники мадридского Реала не могли уснуть от счастья, а Барселоны от отчаяния. Если в чемпионате страны столичный клуб Барс уже вряд ли догонит, то в Кубке Криштиану Роналду и компания приложили все силы, чтобы оставить Лионеля Месси без финала. Весь матч Реал издевался над Барселоной на ее же стадионе. Криштиану Роналду с пенальти, он же с игры, а потом еще и Рафаэль Варан установили неприличный счет уже к 68-й минуте. Барсы хватило на гол престижа. Жорди Альба на 89-й. 3-1. С учетом ничейного результата 1-1 в первом матче, в финале Испании сыграет Реал. Барселона имеет шанс восстановить хотя бы доброе имя уже 2 марта в новом классико в Мадриде в рамках чемпионата страны.